Вот здесь мне щелкни на дорожке. Хорошо. Оп. Все, близко не надо подходить? Надо близко. Так. Значит, раз, два. Готово? Да. Три. Все. Видео выключи. Блин. Ну, там пару фоток есть. Вот чем-то запахло тоже. Птички поют. Это кто, соловьи? Короче, зимой я люблю объедаться вот этими мандаринами. Угу. Могу прям ящик себе взять и есть, и есть, и есть, сколько надо. Вот, апельсинами. Ну и так, все, что попадается, если особенно домашнее что-то, вот, то вообще красота получается. Ну вот сейчас виноград. Да. Кишмиш особенно мне нравится, чем без кофе. Угу, маленький, да, такой? Да. И это хурма. Все, вот наш водитель. Ну так, смеши это как без него. Сейчас там водитель в шоке. Не, мы опоздали всего на не одну еще минуту. Да? Да. Прекрасно. Мы вообще по графику. Ну Смиша это Смиша, а он там с грибами это по-любому, как грибнику надо. Все? Ой, а что видео включилось? Стоп. Ага, сейчас. Вот так. Есть, пойдем с грибами. Это все мое родное. И деревья, и лесу. Поле каждый красный. Так, как фотографировать? Горизонтально или вертикально? Давай вот так, чтобы два гриба. Так? А оно и так и... Нет, так больше. Так тут и три можно забабахать. Гриба. Давай два. Слово пасека надо брать? Да, с грибами. Ну, это по-любому. Да. И с Мишкой тоже. Что делать? Так нормально? Вот. Вроде поймала твою улыбку. Есть? Да, пойдем с Мишей. Да, драконы эти мне не нужны, мне Миша нужен больше. Тем более из колеса сделано такое. Михаил Потапович. Ай, гости. Что мне сделать? Может мне вот так вот? Михалыч. Значит, Михалыч.